Вскоре 1500 квадратных метров этого пространства займет дом будущего. Первый в мире автономный энергетический комплекс на винтовых сваях. Солнце, земля и ветер – вот основа, на которых подобная станция сможет существовать почти в любом, даже самом заброшенном уголке нашей страны. Специалисты утверждают, что с помощью автономной станции с солнечными батареями, ветрогенераторами и тепловыми насосами ученые смогут заниматься исследованиями и освоением территорий даже в глухой тундре. Такой проект Санкт-Петербургский государственный аграрный университет уже осенью представит в своем учебно-выставочном центре. При выборе фундамента под дом будущего сотрудники университета делали ставку на передовые технологии. Винтовые сваи компании «Фонтекс» оказались самым выгодным вариантом, в том числе по соотношению цены и качества. Это самый интересный вариант фундамента. Он быстр в возведении, значит, он легок, скажем так, в усвоении технологий. И мы одновременно можем вести сразу же строительство там десятка домов, ну, и каких-то хозяйств. Технология винтовых свай идеально подходит для строительства в самых сложных природно-климатических условиях. Сроки установки свай минимальные. Для монтажа не нужна специальная техника. Буквально за день заказчик получает готовую крепкую конструкцию, на которой можно начинать строительство. Автономная энергетическая станция – это лишь один пример возможного использования винтовых свай. Именно на таком фундаменте, убеждены эксперты учебно-выставочного центра, и должны стоять сельские поселения будущего. А пока в этих домах поселились необычные жители. Для голубей здесь очень здорово. И это очень важно, потому что хороших птиц, качественных по генетике, их можно выводить только в очень хороших условиях. Животноводческая ферма – это лишь часть большого экспозиционного центра, который с каждым днем пополняется самыми последними разработками. На одной площадке будут представлены все виды строительных работ – агропромышленное производство и ландшафтно-усадебная зона. Проект расширяется только за счет бизнеса. Цель такого взаимодействия предпринимателей и ученых – сделать доступными новые технологии и полезные изобретения для жителей каждой деревни России.